По случаю второй годовщины со дня формирования батальона территориальной обороны Одесса в Доме офицеров наградили бойцов, прошедших службу в зоне АТО. Завдяки цим хлопцям, і перша хвиля це була одесіти саме, завдяки їм стримали тоді в той час агресора, дали гідну відсіч, поки Збройні сили основний склад не став на позиції. На мероприятие пригласили 70 бойцов, уволенных в запас и продолжающих нести службу. Сегодня награды подготовили 37 из них. Грамоты и нагрудные знаки от областной рады оперативного командования «Юг» и Совета ветеранов батальона вручили 20 бойцам. Остальным посетить награждение помешали обстоятельства. Тем, кто смог прийти, было что вспомнить. Были в Мариуполе с сентября месяца по июнь 2015 года. Как бы служба проходила полностью на передке. Были бомбежки, были обстрелы у нас. Малеха есть, погибшие в батальоне 6 человек. 18-й батальон территориальной обороны области Одесса был сформирован в мае 2014 года и направлен на службу у границы с Приднестровьем. Уже 26 сентября в составе 28-й механизированной бригады батальон отправился на восток, чтобы защитить целостность Украины.